Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Сегодня я хочу вам показать еще один мой эксперимент. Это закопанные бульбочки в ящик, закопанные в землю. Сейчас мы его будем откапывать. Вот в этом ящике пищевом мы в ту осень посадили бульбочки. И чтобы они не потерялись, они как бы посажены в ящик. Сейчас мы этот ящик будем посаживать и выкапывать и посмотрим, как получились там бульбочки. Для чистоты эксперимента нам и самим любопытно. Сейчас мы вот этот вот контейнер перевернем вот в этот ящик, в тазик, и посмотрим, как компактно мы сможем собрать, насколько сможем собрать вот эти бульбочки. И как нам это будет удобно. Высыпай, Юля. Неудобно помочь? Ай, тихонечко, не спеши. Подожди, пока не высыпай все, чтобы этот удобно. А, ну все, уже мало осталось. Давай. Вон я их уже отсюда вижу. Эти бульбочки. Сейчас мы их выберем. Они крупные такие. Ну. Хорошо, потому что я сажаю крупные бульбочки, Юля. Это как бы чеснок имеет свойство вырождаться, а когда сажаешь вот эти бульбочки крупные, он как бы омолаживается. Это как бы обновленный семенной материал. Юля, вон в ту коробку сразу складывай. Угу. Вот. Сейчас мы повыбираем эти бульбочки, я покажу вам. Ну, давайте. Даже вот будем смотреть, как Юля их выбирает. Насколько это удобно, да, видишь? Все они здесь. А то, как правило, в земле остается. Ну, 30%-то точно. Они такие плотненькие. Плотные-плотные. Да. Хорошие. Вот, видишь, вот здесь такие большие, хорошие. Нет, вот давай вот с этой стороны, чтобы вот видно было. Целая кучка. Ну, и червячки. А то, что они прорастают. Что прорастает? Ну, вот. А ну, вот видишь, мы уже ее передержали. Ладно, ее это мы, если что, съедим. Вот мы немножечко задержались. Но ничего страшного. А потом можно землю оставшуюся протрясти через этот ящик, между прочим. И еще как бы отсеются бульбочки. Так, ну давайте все бульбочки выберем, а потом дальше я буду покажу. Мы все-таки решили положить в ящик и потрясти в ящике. Ой, так еще удобнее. Вот выбирай. И все. Ну. И бабулечка, так, у частями. Тебя голова. Ну да, у бабули голова варит. Дом советов. Точно, точно, точно говоришь. Дом советов. Так. Еще партейку. Понемножку, чтобы не это. Это уже второй лайфхак, понимаешь? Посмотри, как интересно. Да, интересно. Первый был сажать в ящике, а второй через этот же ящик. Процедить. Да, да, да. Значит, действительно надо сажать в таких. Да, вот у меня же, мы же с тобой копали чеснок. У меня 6 бульбочек здоровых есть. И я опять в этот же ящик их и посажу. И земля как пух. И земля как пух. Ну, тем более вчера дождик был у нас. Да. Ливень такой хороший, теплый дождик. Здесь ливень прошел. Ну, ты же выбирала еще руками. Да. Ой. Вот. Красота какая. Ну вот заметно же, полностью не вытряхивай, как говорится. А потом просто вы перевернешь ящик. Вот. Последняя партия. Там ничего не было. Ну вот, друзья, практически 99,9% бульбочек мы выкопали, вытрясли из этого ящика. Это очень удобно. Прям всех призываю бульбочки сажать именно так, в ящик. Выкапывайте из ящика. А второй лайф, как сегодня выяснилось, потом через этот же ящик еще и частями-частями просеивать. Это получается у нас чесночное золото. Ну вот, друзья, если кому-то понравился наш лайфхак с посадкой и выкопкой чеснока, и потом в последующем, как бы, как это сказать, доставать его из земли, очень удобно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я буду всем очень рада, новым друзьям. Пока-пока!